Всем привет! Смотрите, какое чудо к нам приехало. Это два щенка. Они у меня будут примерно до 3-3,5 месяцев. Хотя девочка, наверное, раньше поедет к своим владельцам. Вот. Они у меня на социализации, на докармливание. Вот. Это волк особый с высоким процентом арктических волков. Вот. Внешне они будут... Ну, фактически, как арктический волк выглядеть. Вот. Потом приобретают белый окрас полностью, где-то к 3 годам. Но уже где-то в 3 месяца у них такой появляется золотисто-пепельный цвет. Вот эта девочка очень крупная. Да? Отличаю их, потому как они испачкали мордочки после еды. Вот. Девочка чуть крупнее мальчика. Вот, но мальчик обалденно... Светленький окрас имеет. Вот. Вообще классный. Такие вот малыши-карандаши. Так что вот, наблюдайте за их развитием. Да, тетеньки. Присосались к пальцам. Вот. Ай-ай-ай. Мы их... Скоро повезем на вакцинацию еще вот этих лялек, да? Вернее, нет, им, наверное, здесь дома сделаем вакцинацию, но вакцинацию повезем этих щенков Лексы завтра. Вот, а этим мы пока дома поставим, да? Тетюльки, тефтелечки. Пирожочки, а? Вообще медвежоночек, скажите. Такие медведки. Знаете, зубастики. Завтра и месяц исполняется вот этим ребятам. Вот. Листов прогнали, да? Аппетит отличный у них. Тын-тын. Ну, сейчас они покушали, будут спать, я думаю, он уже укладывается. И ты ложись чуть-чуть. Крохи. Детский сад у нас, в общем, очередной. Каждый сезон куча-куча маленьких малышей. Наши малыши трапезничают. Это лошадиная шея. Вода. Вода у них вон в кастрюльке. И бумажку растерзали здесь картонную. Джесси, перестань. Обратите внимание, да, на этого пацана с окрасом любопытным. Вообще. Вот потом покажу, как они обгладают за полдня. Вот так. Кость или как позвоночник. Шейный отдел. Пускай разрабатывают мышцы, зубы, челюсти. Крепкие малыши, хорошие растут. Ой-ой-ой-ой-ой. Это
это, смотрите, короче, вот этого чернолапого, вот этот, которого он сейчас укусил, мальчик, постоянно гнобил. Он его постоянно просто опрокидывал. У меня даже видео где-то есть, я вставлю, где он его, ну, доминирует над ним, в общем, постоянно. Видите, как все поменялось теперь. Ну что, им надо выстраивать отношения тоже между собой. Такие лапы мощные просто. Смотрите. Огромные лапы. Крупные будут, я думаю. Джесси, перестань. Волки, натуральные волки. Вон это. Костя вчера тоже с мясом давала. Обглодали ее. Это вечером. И ребро там тоже валяется. Мы им даем обычно что-нибудь такое мясное. Там куриные сердечки, например, в перемешку с мясом. Вот. И желудки, например, куриные, что-нибудь такое. Или тоже там жилки различные мы брали. Перемешку даем, это они в себя всасывают, а потом что-нибудь такое погрызть, помассировать, помусолить. Во-первых, и занятия на день, вот. Ну, а во-вторых, и покушать заодно. Или на ночь. Урчание какое.
Это новенькая у нас Злата, лошадочка. Тоже ворона-серебристая масть, как у Шани была. Вот у нее перелом ноги был, ну, с копыта сломано было, вот заднее какое-то. И, в общем, вот такие они у нее не очень ровные. Но как бы Коваль приезжал, сказал, что это особо не мешает. Она уже едет 10 лет по документам, но по факту неизвестно сколько. Вот. Может быть, постарше, я думаю. Может быть, и 10, не знаю. Травку здесь щиплет. Лошадей наших гоняют, девчонок, поэтому гуляют отдельно на территории. Вот. Это наши молодые девчульки. Сейчас вам покажу нашего новенького. Еще одного. Так, это у нас Фуша. Это Зимушка. Нам надо дойти до испаночки. Вон она, испаночка. И так, где? Ага, я уже вижу. Еще одного нашего. Ай, члена. Кости возле кормушки. Эти, кто это встал? Опаньки, вот он кто. Это наш импульс. Сын испаночки и этого мессии. Подтягивушки такие. А это голубь, который у нас улетел, мы его поймать не можем. Он здесь шарухается, короче. Я уже думала, может остальных выпустить голубей. Вот. Обратно он не знает, как залететь. Это наш выводок, молоденький он. Вот. И вот он, импульс наш. Детюна. Хочет с мамой сосать, наверное. Конечно. Поспал, поел. Детёк. Вот. Ну, поснимаю потом его поближе. Сейчас пойдем уже все с мясом. Разбираться, резать надо. Собаки он тоже лает кормить. А, еще могу этих ягнят показать сейчас. Дойду. Еще козлят тут родили. Козла нашего мы сюда выпустили. Марсика. И Магвая, наверное, тоже сейчас вот сюда выпустим. Может быть, сегодня. Вот. Это вот их дети. Видимо, заанинские или какие там. А вон там еще и маленькие ягнятки. Вот такие вот у нас пироги. Привет. Что, сено вам надо привезти еще, да? Ай, не кусайся. Эти дети. Сейчас еще сено я привезу. Потому что наш дружочек проснулся, сейчас будет кушать. Видите, насколько он меньше, да? Помните, я клала вот так вот руку рядом с девкой. Вот какая разница в размерах. И, конечно, эти девчонки его просто как щепку, наверное, от сисек отталкивали, скажи, да? Ее не полетел еды достаточно. Ой-ой-ой. Вот. Ну, сегодня вечером, наверное, возьмем девочку. Как раз можно будет сравнить их. Да, по размеру. Типа тюлька. Так, вот пузяк. Сейчас будем кушать. Какает, кушает хорошо, в общем. Все у него пока ту-ту-ту нормально. Да? Гном. Это меня шакалы порвали. Куртку. Давно еще, когда перевозили с одного денника на другой. Покушал, запел. Ты чего, дружочек? Сколько ему? Чуть больше недели. Спи давай, чучудра. В туалет сходил, покушал. Что еще тебе надо было? Стекло грязное на аквариуме. Прижимайся к грелочке и спи. Спать будешь? Да, стекло, конечно, протереть. Спи, чучундра.
бульдозер. Ну, сейчас уснет. Обычно, когда покушает, в туалет сходит, поползает и засыпает. Так вот. Все. Спокойной ночи. Спит.